Всероссийская сельхозперепись официально завершена. Окончательные результаты будут опубликованы в конце 2018 года. Но уже сейчас можно сказать, что результаты Якутии одни из самых высоких по стране. Переписью в регионе было охвачено более 100 тысяч объектов. Тему продолжит Юлия Михайлова. Процент отказов от участия в переписи в Якутии оказался самым низким в стране – всего 0,7%. Переписчикам удалось разговорить сельских тружеников и собрать достоверную информацию, которая после окончательной обработки станет главным ориентиром в построении аграрной политики на ближайшие 10 лет. Многие показатели по кредитным, по доступности кредитных ресурсов, еще по каким-то показателям, по новым технологиям были изучаемы впервые, только по переписи есть такие результаты. И поэтому, конечно, должны быть использованы для программ, для понимания, что произошло за 10 лет от той переписи, для лучшего управления, собственно говоря, вот этой большой отраслью агропромышленной. Переписью в Якутии было охвачено 110 940 объектов. Это сельхозорганизации, крестьянские, фермерские и лично подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели, дачники. И по первым предварительным данным, в хозяйствах республики увеличилось поголовье лошадей и крупного рогатого скота. От правдивой информации аграриев, сколько у них лошадей, птицы, какими видами финансовой помощи пользуются и какие инновации внедряют в своих хозяйствах, что сеют и сажают, какие урожаи собирают, зависит принятие продуманных решений государства. К примеру, вот такие меры поддержки животноводам предусмотрены в рамках закона о сельском хозяйстве, который начнет работать с 1 января 2017 года. Начиная с следующего года, заготовительные организации должны заготавливать молоко по цене не менее 45 рублей. И начиная со следующего года, уважаемые коллеги, мы оказываем государственную поддержку, будем субсидировать 1 килограмм заготавливаемого мяса. Мы прогнозируем, что порядка на говядину будет субсидироваться, субсидия будет в размере 70-80 рублей, мы пока считаем, а на жеребятину, конину субсидия будет составлять где-то порядка 60-70 рублей. По оленине тоже мы такие порядки у нас средства и есть, но тоже эту работу проведем по тем оленеводческим узлам, где у нас есть и строятся убойные комплексы. Юлия Михайлова, Владимир Таюрский, НВК Саха.